Очень много и очень ярко говорится о крыжовнике. Считается, крыжовник – это специальный существует такой рецепт, который эзотерический, который считает, что крыжовник – это не растение с нашей земли, как ни странно. И считается, что крыжовник вылечивает абсолютно все заболевания. Считается, что ягода сушеная крыжовника лечит мозг. Кожура от ягоды крыжовника лечит кожные заболевания лица. Стебель крыжовника лечит туловище и заболевания легких. Сок из крыжовника лечит заболевания кишечника и поджелудочной железы. Листья крыжовника лечат кожу тела и убирает воспалительные процессы желез или желез. Корень крыжовника делает человека долгожителем. Каким образом необходимо приготовить вот такое вот вещество? Необходимо взять крыжовник и выкопать его вместе с корнем, когда он будет в самом разгаре своего цветения. После этого необходимо его высушить так, чтобы на него не садились мухи. Он должен высохнуть исключительно в темном месте, в сухом месте, так, чтобы не было ни плесени, его переворачивать. После этого очистить корень от земли, и после этого все ингредиенты, включая высохшие ягоды, пересмотреть, чтобы не было нигде ни плесени, ни гнили. После этого сделать из этого всего порошок и использовать этот порошок в качестве чая. Считается, что если человек пьет такой чай, заваривая 1 столовую ложку на стакан кипятка, то он может продлить свою жизнь на много-много лет. Вот вам от меня совершенно бесплатный вот такой рецепт. Скажите, это доступно для человека? Могу сказать, что очень мало людей, наверное, об этом знает.